Каждый из нас от рождения до смерти проходит тяжелые моменты жизни. Жизнь непростая штука. От рождения до смерти. Бываем раздражительны. Сильные из нас наиболее чувствительны. Те, кто открыто проявляет доброту, получает в обратку суету, пустоту. Тот, кто проявляет заботу о других, чаще сам нуждается в любви. Заботу о других. Сложно сказать три вещи, на земле ли, при луне ли. Я люблю тебя, мне так жаль, помоги мне. Иногда улыбаемся, так чтобы не стыдно, если смотреться глубже, то видно. Боль испытываем в глубине души, поскорее улизнув от всех глуши. Мы инфантильны и незрелые. Постоянно найти пытаешься мы то, что бы сделало жизнь полной, удачной, желанной, благородной. Но выбора нет, лишь иллюзия наша. Нет способа пожизненно наполнять чашу. То, что сделало бы жизнь, от кого счастлив, заставляет ждать и страдать. А удовольствие доставит боль, терпеть и ждать. Справедливая игра, жить состоянием не умом. Не заходит уже удовольствие в дом. Эмоциональная истина, а не причина. За рамками рациональности картина. Хорошее и плохое в сию минуту. То попадешь в малину, то в смуту. Хорошее и плохое в сию минуту. То попадешь в малину, то в смуту. То в малину, то в смуту. Сию минуту попадешь в малину, попадешь в смуту.